лучше, у меня вообще сила. Все, будем побеждать. Друзья, всем привет! Мы находимся на Солнечной долине, где проходит очередной этап Кубка России по сноуборду. На склоне сейчас более 70 спортсменов, которые поборются за главный приз, а также за попадание в сборную страны. Ну, я скажу, что соревнование Кубок России, он состоит из нескольких этапов. В данном момент идет 4-й этап. Вот, и до завершения спортсмены в течение всего сезона набирают очки, и, естественно, по окончании подводится общий итог, по которому спортсмены отбираются также в сборную команду страны и выполняют нормативы мастеров спорта России по сумме этапов. Поэтому, естественно, это очень престижная награда, и спортсмены, естественно, стараются не пропускать этапы, потому что, естественно, преимущество получают те по сумме баллов, те, кто проходит все этапы. В данном случае у нас проходит соревнование параллельный слалом сегодня. Вот, и хочу сказать, что представлено большинство спортсменов, участников Кубков мира, которые прошли также на территории Челябинской области. Соревнования завершились, как объявили, вы заняли первое место. Как трасса, как ощущения? Трасса, как обычно, очень отличная, все очень ровно, трассы одинаковые по сложности. Как бы победил сильнейший. Солнечная долина, как всегда, меня обрадовала. Недавно вы успешно выступили на этапе Кубка мира, заняли второе место. По сравнению с ним, вот, как вообще это все проходит? Ну, я к всем соревнованиям отношусь одинаково, серьезно. Подготавливаюсь одинаково, вот, есть определенные ритуалы. Вот. Какие, например? Не могу их раскрыть. Вот. Какие дальнейшие планы? Дальнейшие планы сейчас полечу в Рогулу на это Словения, на Кубок мира, на Кубок Европы там же, и потом чемпионат мира в городе Красноярске, юниорский. Круто, удачи! Спасибо большое! Я рада за медаль, но немного расстроилась, так как по квалификации была первая, допустила ошибку в большом финале, это, конечно, меня подкосило, но все равно второе место – это очень хорошо, набираю очков и поднимаюсь в рейтинге Кубка России. Угу. Дальше какие планы? Сейчас мы летим в Красноярск, готовиться к первенству мира, затем полетим в Европу, выступим, скорее всего, на Кубке мира, Кубке Европы и возвращаемся обратно в Красноярск, выступать на первенство мира. Крутяк, удачи! Спасибо! Четвертого этапа Кубка России в дисциплине параллельный слалом Смоленцова Полина. Золотая медаль Наумову Степану. Тяжелую борьбе, но уверенный.